Всем привет! Вы на канале Food Home – еда дома. Сегодня я буду готовить сэндвичи в тортилье. Если вам не сложно, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. В сэндвичи можно положить любую начинку по вашему вкусу. Покажу вам несколько рецептов с начинками. Подготовим ингредиенты. Нарезаем гриб тонкими слайсами. Нарезаем помидорки. Огурец разрезаю пополам и нарезаю тонкими полосками. Бекон разрезаю на 3 части. В тарелочку разбиваю яйца. Венчиком перемешиваю до однородности. На сухой сковороде обжариваю грибы до золотистого цвета. На сковородку наливаю немного масла, выливаю яйцо. Яйцо обжариваю с двух сторон. Посыпаю сверху яйцо сушеным укропом, солью и перцем. Переворачиваю. Собираем сэндвичи. Тортилью разрезаю с одной стороны. Смазываю кетчупом. Кладу 1/4 от яйца. На следующую половинку кладем бекон. Затем обжаренные грибочки. И помидорки. Заворачиваю, придерживая начинку. Обжариваю на сковороде до золотистой корочки. Второй вариант. Смазываю 1/4 часть тортильи кетчупом и кладем яйцо. Затем огурец. Помидорки. И лист салата. Заворачиваю.
и обжариваем. Для любителей авокадо третий рецепт. Разрезаю авокадо пополам. Удаляем косточку и очищаем от кожуры. Нарезаю авокадо на полоски. Собираем сэндвич. Кладем авокадо. Посыпаем солью и перцем. Кладем огурчик. Затем помидорки. И лист салата. Заворачиваем. Вот такие простые и оригинальные сэндвичи на завтрак у меня получились. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!